думаю, что все родители с такой легкостью отправляют своих детей вместе с вами хоть на споры, хоть на соревнования, хоть куда, в баню и так далее. Пусть в вашей жизни все складывается, как вы сами задумали. Аминь. Пусть все ваши цели, задачи, которые вы запланировали на этот год, реализуются. И от имени всех родителей, не только там спецгруппа или какая-то, все родители Ордуса, мы хотим вручить вам подарок, но мы хотим, чтобы вы сами вытащили и посмотрели, что это такое. Спасибо большое. Засмущали прямо. Это поездка в Египет. Огромная благодарность за то, что в первую очередь доверяете своих детей. Вот. То, что они всегда рядом со мной. Очень приятно. Спасибо большое вам за то, что цените. Спасибо вам. Спасибо. Еще раз всем ассалам алейкум. Доброе утро. Рад вас видеть. Вот. Наш республиканский турнир подошел к концу. Завершился он неплохо, так можно сказать. Дети неплохо отборолись. Но я точно знаю, что каждый ребенок гораздо более... больше результат. Ну, чуть-чуть не хватает. Пока что дети могут бороться. Некоторые дети могут бороться только на тренировочном процессе. Хорошо, ярко, зрелищно. А выходя на такие республиканские турниры, не могут пока что раскрыться. Но в дальнейшем у нас есть ближайшие старты. Я вам говорил, планы наши. Чтобы дальнейшие турниры, это не было такое, что мы выезжаем на турнир, а как тренировочный процесс. Вот. Следующий турнир у нас Ерементау. Мы выезжаем в пятницу, документы все остаются у меня. Я раздавать сейчас документы не буду. В ближайшие полтора месяца документы будут у меня. Доверенности все документы у меня. У нас Слава занял третье место, хотя мог стать первым. Пандяр занял пятое место, был в шаге от медали вчера. Молодец. Боролся за третье место. Вышел с татами, мы сразу оделись и сразу выехали. Почему? Потому что, ну, не успевали на поезд. Сразу соревнования выехали, сели такси. Пятое место занял Толеген Ярасыл, тоже был в шаге от медали. Провел 5 встреч. И седьмым стал у нас Али. Жабайхан Али. Вот. Надеюсь, то, что в Ерементау ребята отборятся намного лучше и покажут себя с другой стороны. Сразу могу сказать, как вы тренируетесь на тренировочном процессе, так вы завтра будете бороться на соревнованиях, будете показывать результат. Здравствуйте. Встречу поздравляю. А вы тоже очень. Дай Бог вам здоровья, с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Спасибо большое. Как ваше? Привет! Это все ваши? Нет, это мы отдельно. Похож на Ярослава? Очень. Давай Ярослава включим место. Готовим его тоже парочку. Вы готовите как, чтобы он занимался или чтобы он группу? Снимайте. 0,90. Машалла. Это чисто от нашей семьи, чтобы ездили, вспоминали, да? Зачем? Не зачем, это чисто от души же. Это же не, это просто подарок, да? Зачем? Это казахская пословица. Спасибо большое вам. Пословица есть сегодня. Сегодняшний день, да. Завтрашний день. Вот и поэтому говорю, чтобы это осталось в истории, это в вашей памяти, чтобы осталось. Чтобы у вас всегда была зеленая дорога, чтобы у вас семья была всегда здорова, и самое главное, родители ваше здоровье, мама, папа. Очень приятно. Спасибо большое. Вообще детки ваши.